И к первой теме. Мирнинский и Ленский район полностью готовы к пожароопасному сезону. Профилактику «Алрос» ведет ежегодно. Еще весной этого года подписан приказ о мерах по защите производственных объектов, подверженных угрозе лесных пожаров. Согласно этой программе, на территориях деятельности компании введены ряд ограничений. Также проводятся различные мероприятия по пожарной безопасности. Задействованы все структурные подразделения «Алроса», работающие на лесных участках. Акционерная компания выполняет программу по противопожарной защите этих объектов с началом пожароопасного сезона. Чистим новые минерализованные полосы, расчищаем противопожарные разрывы и укомплектовываемся необходимым противопожарным инвентарем. На время пожароопасного сезона все наши объекты укомплектованы. Кроме этого, согласно договору с Якутлесресурс, в случае возникновения лесного пожара «Алроса» готова выделить транспорт с экипажем для доставки техники, грузов и пожарных на место возгорания.